Друзья, всем привет! На канале Географ на задании. Первый раз еду от Каширки до Симферопольки под Скаду. Вот только что свернул с Каширского шоссе. Ну и вот смотрите, какой он Скад. Параллельно идет, я так понимаю, то, что бесплатно. Вот, друзья, если видно, вот та вот жуткая пробка, которая раз дублер выше бетонка. И вот она тянется на Скаде, как видите, все свободно. А там стояк. Вот оно отличие Скада от малой бетонки. Единственное мое замечание, вот пока я не увидел ни одной заправки здесь. Скат. Видимо, должны быть какие-то съезды. Я даже не знаю, как тут решать. Вот, собственно говоря, и закончилась, да, веселая история. И мы въезжаем на бетоночку. Да, закончилась история. Сейчас будем вклиниваться в этот поток. И именно из-за этого здесь пробка на данный момент. Потому что никто не хочет пускать тех, кто едет в Скад. А, плюс там авария еще. Да, там еще авария. Поэтому... Недолго музыка играла. Здесь работы еще идут полным ходом. Все, дальше Тошниловка. На самом деле, тут буквально полтора-два километра до Симферопольки остается. Собственно говоря, сейчас я уже буду съезжать. Да. Сейчас я уже буду съезжать на Симферополь. Здесь стоит все. Слева. Справа на Москву. Соответственно, видите, здесь вот и съезд на Симферопольке тоже стоит. Дайте выехать. Стойте дальше, сколько вам нужно выехать, дайте.
Интересная дорога ЦКАД, которую, я надеюсь, в ближайшее время уже до конца доделают, пустят по всей окружности. Ну а кому было полезно видео, ставьте пальчик вверх. До новых встреч, а я поехал дальше. Пока-пока.